Всем привет! Сегодня будем взвешивать наших шиншиллок. Итак, первый на очереди у нас будет Борис. Борису 3 года и 1 месяц. Взвешивать я стараюсь каждый месяц. Для поощрения, конечно же, даю яблочко. Вес у Бориса стоит практически на месте. Вот 594, 600, ну до 620 он доходил. И плюс-минус 20 грамм постоянно играет. А так что, считаю, вес у него стабильный 600 грамм. 600-620. Когда у шиншиллы происходит спаривание, она немного в весе теряет. Так для чего же нужно взвешивать шиншиллу? А для того, чтобы узнать, здорова ли ваша шиншилла. А это наша леди. Самочек тоже взвешивают для того, чтобы узнать, здорова она или нет, теряет вес или набирает. И смотреть, если шиншилка беременна, сколько она набирает и какой прирост у нас получается. А это наша новенькая шиншилка Багира. Ей 5,5 месяца и весит она уже практически 500 грамм. Младшеньких своих взвешиваю я в начальных числах месяца. А в середине месяца я взвешиваю своих старших. Ну, так как я сейчас взвешиваю старших, решила взвесить и маленьких. Девочка уже практически ручная. Сама сидит на весах. И не забываем про яблочки. Я только что искупала свою шиншиллку, поэтому ее черная шубка кажется совсем не блестящей. А на самом деле она блестящая и шелковистая, очень красивая девочка. Мои новые шиншиллки практически привыкли к ручкам. Багира дается гладиться и прыгает на ручки. Если в вашей семье есть шиншилка, то обязательно приобретите весы, чтобы отслеживать ее здоровье. А это наша леди и Борис, наши старшие шиншилки. Если у шиншиллы вдруг резко начал падать вес, значит с ее здоровьем что-то не то. Или надо сдать анализы на паразитов, или получился какой-то стресс. В общем, если вес начинает резко падать, то бейте тревогу. И шиншиллу необходимо отвезти к ветеринару. А это наша малышка, которой 5 месяцев, которая весит 500 грамм. Ну а теперь будем взвешивать нашего мальчика Амадео. Ему 6,5 месяца. Достаточно крупный самец. Он в 4 месяца уже весил 500 грамм. По сравнению с Багирой, у него адаптация прошла потяжелее. Если у Багиры вес рос очень быстро, то у Амадео вес остановился на отметке 500 грамм. Ну, сейчас 500, 18, где-то в таких пределах. В принципе, для его возраста это отличный вес. Тоже очень послушный мальчик, к ручкам привыкает потихоньку. Ну и, конечно, в завершении, как поощрение, даем яблочко. Очень красивый и добрый хвостик. А на этом я заканчиваю. Всем до новых встреч и всем пока-пока!